главное в расчетах не ошибиться. Так это вот по второму ряду. Так оп-оп-оп. Пяу-пяу. Какой же звук. Просто услада для ушей. Так, главное не запутаться в расчетах. Тырым-пырым. Это сюны. Какие крестики. Получается, закончились аметисты. Последний штришочек. Это у нас палочка. Так, в 10 блоков в высоту. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И... оп! Дизайнерские элементы. Оп, оп, и... оп, и с этой стороны. Оп, и... так, пау-пау, пау. Ну, красота какая! Это кто там? Это шо это у нас там такое? Ну-ка, погоди, погоди. Оп. Ща мы поближе подойдем. Не поняла. А чё мы там стоим с пузырем штаны, а? Ну-ка, спускайся быстро, мне тебе кое-что показать надо. Давай, быстренько, шевели. Чем шевелить? Булками своими, давай! Ладно, шевелю. Да чё там, мне просто... У нас как бы есть уже позорная труба, можно наблюдать с таких дистанций. Я даже не ожидал, что вот так хорошо будет видно с такого расстояния, как, не? Так, ну-ка тогда посмотри на моё сотворение отсюда. Ну-ка, да видно я, его? Да, отсюда прям хорошо его видно. А чё это такое? Ну как, что это же вантус? В прошлый раз был дюпнутый вантус, да? Ну, такой, как сказать, неправильный. Из изумрудов был, да. Незаконный. А сейчас я его сделала из аметиста, а? Зацени. Неплохо. Мне кажется, то, что он так даже намного лучше выглядит, чем из изумрудов. А если подойти еще к нему, если его, допустим, поломать... Эй, ты себя там... Тихо, я починю. Ну, отсюда хватит, я понимаю, звуки, песня. Звуки, да, все, я обратно беру и чиню, все, держи, забирай. Ну, красиво. И что самое главное, нашла применение аметистам, да, то есть уже не бесполезные получается. Ну, смотри, у нас композиция цельная получается. Ёршик из изумруда, сральник из золота, а вантус из аметиста. Из аметиста, да. Вот, а держатели палочки вот эти из алмазов. Все хорошо, да, молодец, Катюха. Спасибо. Так, ну а теперь... У тебя крылышки надеты? Нет. Так, давай напяливай. Фейерверки в руки, как говорится. И погнали. Давай за мной. Быстренько. Так, подожди, опять хейтеры тут вот это набежали. Так, фейерверки. А куда полетели-то, господи, а? За мной, быстренько, нет времени объяснять, давай. А это далеко хотя бы лететь или близко? Я вообще без понятия. Как найдем, так сразу приземлимся. А, ну ладно. Так, еще чуть-чуть осталось. Давай, летим. Не отставай, главное. Это ты куда меня привела-то, а? Смотри, давай в гости к злому Жорику зайдем, а? Да зачем я тебе... Да не надо! Я стукнулся, господи! Так, ладно, все, давай, надо это искать. Сейчас найдем. А кого мы-то ищем? Ты мне хотя бы скажи, чтобы я тебе тоже помочь-то смог, а? Да кого? Ну шахту, конечно же, надо найти. Ты там приземляйся давай где-то, я не знаю где. Да я уже давным-давно в первую очередь приземлился возле этого аванпоста разбойников. А, Жорик! Ну, господи, ну Катя же пошутила, когда сказала, что мы к тебе в гости идем. Я уже привет здесь. Ему передавай, привет я передавай. Уже, я уже его убил, уже поздно привет передавать. Ну, давай тогда встречаемся возле этого, возле башни разбойников, а там пойдем шахту искать тут. Только зачем? Все, давай, без лишних слов, пожалуйста, ищем шахту. Есть тут кто-то или никого здесь нет? Чё, реально только один Жорик здесь был, больше никого? Ой-ой-ой, а я без броньки, у меня сейчас скоро ботинки сломаются, шлема нет, это самое, за мной там Жорики бегут, помоги. Жорик, ну ты стой на месте, сейчас её попаду, всё, убил. Так, забирайся сюда на башню вот эту. Так, это самое, нам не нужна эта башня. Да ты подожди. Пузырек опыта? Ну если тебе не нужна эта башня, пузырек опыта я себе тогда заберу. А, погоди, нет, пузырек опыта это хорошая вещь. Поздно, смотри, опа. Нет, я тоже хочу. Собака. Сама такая. Так, позорную трубу в руку, и там еще один Жорик. Господи, как их здесь много-то на самом деле. Так, шахту, да, тогда получается надо найти.
Да, я думаю, что она где-то там должна быть. Где там? Ну вот тут, вот там. Ну так, ну вот там вот дыра какая-то, тогда в эту дыру давай не потопаем. Все, давай в дырку быстро. Ай, Жорики-то, господи, ты шлем-то надень уже. А у меня он есть вообще-то, а? Ну так если он сломался, что ты его тогда не вот это, не купишь, не скрафтишь новый? Так, пиндюхайся сюда в шахту, давай быстро прыгай! Ой-ой-ой, ты мне вообще-то обещал новый шлем этот самый, ё-просоте! Так, это Жорики, господи, до свидания! Все, давай, побежали! Так, ну, шахту... Ой, они за нами бегут! Господи, ну шахту мы с тобой... Я выживу! Нет. Рано радовалась, как говорится, да. А что мне делать? Ждать тебя или что-то искать? Отбивайся от жориков, я сейчас приду. А, ну да, хорошо. Ага. Отбился. Ну вот она наша цель. Смотри, видишь? В позорную трубу быстро смотри, вон туда. Ага, то есть мы опять за аметистами, что ли, пришли, получается? Да, они у нас просто закончились, поэтому мне нужна новая партия, чтобы кое-что тебе показать. Пошли, ну давай, скорей. Давай, иди тогда быстро просраивайся. Ты там, это самое, не отстаешь-то хотя бы от меня, а? Так, нет, не отстаю. Главное, чтобы фонарей хватило. Нифига не вижу. Темно, как сам знаешь где. Ага, как в жопе у Крипера. Я это знаю. Так, ну все, вроде все осветило. А ты мне скажи, мы зачем сюда пришли? За этими блоками аметиста или, в принципе, за аметистами? Так, мне нужны кристаллы аметиста. Дай свою эту шелковую касание, эту кирку на шелковое касание. Быстро, гони. Вот она. На, держи. А зачем? Как это зачем, а? Мне вот эти вот блоки на самом деле не нужны, потому что фигня, мне их и так будет дофига. Так, ты мне только подскажи, какие уже можно ломать и какие нет, я еще в этом плохо разбираюсь. Ну вот эти 200% можно, которые здесь возле меня, иди их забирай прямо сейчас. Ага, отлично. Так. Ты прям подбирай, если я не вдруг не увижу. Да. Вот этот один. Вот ага, этот. Ага, да. И вот этот, который наверху точно вырос. Вот этот, который прямо сейчас надо мной. Давай, ломай. Так, это самое, подбрось меня. На. Спасибо. Короче, я не могу до него достать. На, ты достань. Это сделай, то сделай, все сделай. Так, давай не нуди, я тебе потом такое покажу, что ты просто офигеешь. А сколько тебе штук-то надо? Вот, на земле еще две валяются. Так, ну, в принципе, должно хватить. Ну, все. Так, все, манатки свои сворачивай, винтарь убирай, и все, и домой, быстренько домой. Ой! Ты там летишь за мной, не отстаешь? Лечу мимо банка, пролетаю, чтобы посмотреть, все ли здесь хорошо, не было ли здесь никакого ограбления. А куда мы сейчас-то летим? Домой летим, на склад точнее. Сейчас я тебе кое-что покажу. Сейчас, главное приземлиться аккуратно и не копнуться. Что такое? Я жопу себе разбил. Я уже все заранее подготовила. Тебе остается только смотреть и охать. Так, сейчас главное ресурсики я к себе переложу. И все будет готово. Мы только что куда-то шли, что-то делали, но ты мне даже за всю серию до сих пор не сказала, зачем мы это делали. Ты сейчас сам своими глазами все увидишь. Главное терпение. Вот скажи мне, ты комментарии подписчиков вообще читаешь? Вот каждой серии читаю, что за тупые вопросы. Ну что-то как-то плохо ты читаешь, потому что они мне там такое показали. Такое рассказали. Короче, просто смотри и ничего не говори. Буду сейчас тебя учить. Берем липкий поршень. На него блок слизи. Сейчас самое сложное. Будем делать с тобой вечный двигатель. Два. Что? Это ты меня сейчас редстоуну будешь учить? Ты что там за опять фигню в комментариях начиталась? Я тебе сказала слушать и смотреть, а ничего не говорить. Молчу. Давай, показывай. Так, это в эту сторону. Угу. Теперь надо все подсоединить. Замкнутый сигнал. Это замкнутый сигнал называется, не вечный двигатель. Я тебе еще раз говорю, что ты там мне вот по духу все говоришь. Молчу, смотри. Все, молчу, ага. Теперь ломаем редстоуновый факел и ставим туда редстоун. Все, вечный двигатель готов. Да. Замкнутый. Ладно, все, молчу, показывай дальше.
Самое главное, аметист. Нужно расставить со всех сторон. Хочешь мне помочь? Можешь расставить. Да, давай. В смысле, со всех... Со всех сторон. Чего со всех сторон? Слизи? Слизня, слизня. Да что за фигня? Это мы за ним ходили сейчас в шахту, чтобы я его на слизень расставил? Что за дичь? Ну смотри, какая уже красота получилась. Поэтому ты мне сейчас тут вообще ничего не говори. Приготовься орать. Слышишь этот бит? Слышишь? Ты 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 Так, ладно, ну ладно, все, хватит. Хватит, хватит, хватит на сегодня. У меня даже места в инвентаре не хватило, чтобы все собрать. Вот это да! Ну и дела, делишки. Чё за мамина мама? Это тебе реально уже настоящая бесконечная ферма аметистов. И вот это получается, то что вот такой вот фигне тебя учат подписчики в комментариях, да? Не только в комментариях, они мне везде пишут и показывают, и видосики присылают со всякими вот этими туториалами. Слушай, ты бы, вот я тебе скажу, читала бы полезные бы какие-то комментарии. Вот, вот там, где подписчики тебя будут учить. Ты, кстати, знала то, что можно в новой версии Майнкрафта там свечи сделать? Знала это? Нет, не знала. Зато как дюб аметистов сделать, ты знала. А вот какие-то полезные вещи сделать, ты не знала. Сюда подходи, быстро, ой, быстро. Ой, сюда ой, подходи, ой. И все, что ты сейчас надюпала, в лаву выбрасывай прямо сейчас. Давай, у тебя есть 2 секунды. А кто мне показывал дюб в аду? Сам-то, а? Сам-то меня начал этому учить. Фу. Так, мы потом все те надюпанные вещи, которые мы сделали, мы потом их также сожгли. Да ладно, ладно, ты слушай, ну мне столько стаков аметистов даже и не нужно, поэтому ладно. Все, давай выбрасывай, эта версия Майнкрафта, она же только выходить начала. Естественно, то, что здесь много всякой такой фигни непонятной будет, потому что она еле как работает-то нормально. Но это не значит, что вот такой вот фигней злоупотреблять можно, Кать. Ой, с тобой так скучно, а? Вот это начинает сразу как этот дед пердет. Это я дед пердет, это ты баба пердобаба. Ты, иди сюда. Ты, я тебе сейчас такой... Так, подожди, нет, я тебе сейчас другое кое-что покажу. Так, нам нужно собрать медовые соты. У нас есть медовые соты? Собирай их прямо сейчас. Да нет у нас медовых сот. Чё ты заладил? Откуда у нас медовые соты? Собирай их прямо сейчас, давай. Ладно, как их собирать-то я уже забыла. Вот и я забыл, потому что мы так давно их не собирали. Так, подожди, там, если я не ошибаюсь, там же вроде ножницы нужны, если ножницами клацнуть. Провод! Вот, все, медовые соты, вот, все, собираем, вот так, а то реально, мы последний раз с пчелами дело и мы имели, я даже не помню когда, серии 40 назад, наверное. А вот сейчас, иди сюда за мной, я тебе сейчас, аметист собери и в лаву его выкинь прямо сейчас. Скучно. Ой, да что ж тебе покоя-то не дает. Подожди, здесь где-то у нас вот, нити у нас должны быть. Тут-то как бы в новой версии Майнкрафта добавили свечи, я тебе сейчас покажу, как они делаются. Иди сюда, забери. Свечи мне... в уши, что ли? И свечи, да, и в уши, и все, во все остальные места. Заходи в это, в верстак. По центру ставим... одну пчелиную соту, ну или не одну, можно больше, если хочешь, много свечей. И на вот эту пчелиную соту ставишь нить. И у нас с тобой, Катюха, получается свеча. 12 штук. Но ты погоди. Это еще тоже не все. Это кровать при тебе? При мне всегда с собой. Ага, готов ее на всякий случай. Так, сейчас возьмем вот это, подсоединим вот сюда, это вот так, выложим красители вот так вот обратно. А, смотри, Катюха, смотри. отойди в сторону, смотри. Раз, два, три, четыре, свечи и... Подожди, перед тем, как падать в обморок, огнева... Опа! Романтик при свечах. Фиолетовые, понимаешь?
понимаешь? Фиолетовые свечи. Их как бы можно покрасить, ну, как ты уже поняла, в совершенно любой цвет. И розовый, и пурпурный, и без разницы какой. А правой кнопкой, если нажать на вот эти свечи, они просто потушатся. Ты это знала? Вот это подписчики писали в комментариях? Нет, вот это, походу, они не писали. Ну, либо я слепошарая пропустила, так это же они так красиво стоят, еще как в Икее прям. И они работают, как морские огурцы. Понимаешь? То есть можно и одну свечу поставить на один блок, а можно вот так сразу четыре поставить. То есть их можно есть? Ну, нет. В смысле? Ты что, в реальной жизни свечи ела когда-то? Так ты же говоришь, они как огурцы. А огурцы можно есть. Морские огурцы, которые в Майнкрафте, которые вот здесь, где они у нас здесь находятся? Есть? Вот, морские, вот, смотри. Их же тоже вот так, четыре штуки можно одно место ставить. И свечи а так... А что ты мне раньше не рассказывал вообще, а? Ты такая дуримонда, честно, у нас дома на столе четыре огурца валяются. Так, все, ладно. Ну тут я полностью с тобой буду согласна, что это намного полезнее. Екатютюшечка, тут такой вопрос. А у кого это скоро будет день рождения, а? Ну, не знаю, у тебя был уже летом, я не знаю. У кого-то из наркоманов Петровичей? У тебя. Так это не скоро еще. Ну, февраль. Ну, тут уже как бы конец почти ноября. Тут декабрь, январь, у тебя день рождения. Давай, иди сюда. Mm-hmm. Смотри. Ты загнул, конечно. Загнул, mm-hmm. конечно. А ты... Обернись в сторону. Свечи сделали не только для того, чтобы ставить их на пол. Свечи сделали для того... Опа! Ты погоди! Ну, куда ты разворачиваешься? Ну, все, уже разворачивайся, весь сюрприз испортила. Да я и так уже все поняла. Зачем еще реально нужны свечки и зачем ты поставила здесь торт? Торт здесь всегда был, он здесь всегда был. Я и о том говорю, то, что когда у тебя будет день рождения... Да... Ой. Ой. И вот что ты сделала? Съела торт. Так я тебе хотел подарок сделать на день... Вот ты даже... вот. Ты вот подарок любой испортишь просто. Давай ты повторишь то же самое на мой реальный день рождения, а не 9 ноября. 9 ноября, 14 февраля, какая разница, одно и то же. Так, да, действительно. Я просто что тебе говорю, когда у тебя будет день рождения, я тебе 100 тортов подготовлю и на всех 100 тортах поставлю свечи. Ты будешь ходить и 100 желаний загадывать. Ловлю тебя на слове. Если этого не будет на мой день рождения, то ты балабол. Вот и все, заметано. Так, а сейчас это, отвернись и уши закрой. Тебе нельзя это смотреть. Так, ставим, зажигаем. Я хочу, чтобы на канале как можно скорее стукнуло 8 миллионов подписчиков. Ты ничего не видел?